Всем здравствуйте! Сегодня мы поговорим о таком расширении URL Shortcut. Данное расширение похоже на переадресацию ссылки. Давайте я расскажу, как оно работает, но сначала его установим. Нажимаем вот сюда и переходим в Яндекс расширение. Нажимаем вот сюда «Установить». Я его уже установил. Но у данного расширения есть небольшой минус. Оно из класса бестелесных, то есть оно вот здесь не отображается. И чтобы его можно было увидеть, переходим в дополнение. И ищем вот здесь. Спускаемся вниз. Она обычно вверху должна находиться, вот в этих, смотрим. Так, ищем. Где же оно у нас? Вот, видите, вот оно. Нажимаем вот сюда. И нажимаем настройки. Как вы можете видеть, я вот так сделал. Ну, для удобства входа я сделал вот так, смотрите. Вот, видите, вот сюда вот я нажимаю, и сюда можно попасть. Как я это сделал? Давайте я вам все покажу наглядно. Я это все уберу пока что. И нажимаем сюда. Применить. Нажимаем «Открыть Яндекс». Нажимаем вот сюда. Настройки. Переходим сюда, нажимаем вот сюда. И мне кажется, вот это вам будет не особо интересно. Ну, кому интересно, тот, конечно. Но мне просто вот это было неинтересно. Мне намного полезнее иметь под рукой данное расширение, к примеру. Нажимаем вперед, откуда вы хотите переадресацию делать и куда. То есть сюда вот. И нажимаем подтвердить. Все. Теперь переходим к Яндексу опять. И нажимая сюда, вы будете попадать в настройки данного расширения. Также можно данным расширением оградить ребенка от нежелательных сайтов. К примеру, сайтов для взрослых или сайтов от каких-то соцсетей, страниц можно именно оградить его. То есть можно именно от домена оградить или от всего сайта. Что я, собственно, и сделал. Так, что еще вам рассказать? Данное расширение достаточно трудно настраиваться в том плане, что настройки находятся вот в том месте. Но, как я вам показал, можно удобно сделать его. Насколько помню, эта переадресация называется 301, кажется, если я не ошибаюсь, переадресация. Но могу ошибаться. Вот так вот. Всем спасибо за то, что посмотрели мой видеоролик. Не забудьте подписаться на мой канал, поставить лайк. Всем спасибо за просмотр и до свидания. Всем удачи и пока!